Вот так вот чуть-чуть прошелся. Как видишь, почти не пылит во время отрыва. Пылит, но я еще подозреваю, что просто у меня и пылесос слабоватенький. Так, в принципе, покупкой вполне доволен. Рекомендую всем. Так, вот еще волну заметил. Сейчас ее быстренько приберем, пока отключусь. Так, ну вот прошло буквально 10 минут. Вот еще прошелся. Шпатлевщик, конечно, извини, еще тут. Вижу тут какие косячки. Тарелка стояла мягкая. С жесткой совсем не хочет работать. Дикая вибрация идет. И очень сильно пылит. Потолки у меня очень высокие, профиль 3 метра, плюс еще подсветочка и направляечка. Это в общем еще 2,5 сантиметра. Ну вот, пока вот такое вот качество. Аппаратом я вполне доволен. Всем рекомендую. Надеюсь, тебе достаточно этого обзора. Я блогер еще тот, примерно такой же, как шпатлевщик. Больше мое дело электрика. Ну вот, как-то так. Если что, пиши, что-нибудь дополню. А, обороты были на максимуме.